Во вторник в Самарской области будет преимущественно пасмурная погода, но местами ясное небо. Практически везде пройдет небольшой снег. Дневная температура воздуха -2, -7, ночью 11-14, ниже 0. Ветер западных направлений, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани ясное небо без осадков, днем -7, ночью до 14 мороза, ветер западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, вечером осадки в виде снега, днем -6, ночью 11 градусов ниже 0, ветер западный 3 метра в секунду. В Самаре облачная с прояснениями погода, утром небольшой снег, температура днем 4 градуса ниже 0, ночью -13. Ветер западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.